В распоряжении Боба феноменальная память. Он помнит все, что с ним происходило за последние 5 десятков лет. Он с легкостью вспоминает точные даты любых событий, номера телефонов и банковских счетов, результаты спортивных матчей и многое другое. Том Ситас. Том способен обходиться без воздуха ровно 22 минуты и 22 секунды. В 2012 году его рекорд был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Эшли Моррис. Если два первых феномена из нашего топа могут использовать свои необычные возможности на пользу, то этой героине они доставляют значительные неудобства. У Эшли уникальное отклонение – аллергия на воду. Она страдает во время дождя, купания и даже когда потеет. Причиной стали чрезмерные дозировки пенициллина, которым она лечилась. Препарат изменил количество гистамина, который отвечает за аллергические реакции в ее крови, что и привело к таким последствиям. Тинг Хиафен. У Тинг самый большой бюст, а что самое главное, натуральный. Однако это не так уж и хорошо, как может показаться на первый взгляд. С подросткового возраста вес ее груди составлял по 10 кг каждая, и была проведена операция по уменьшению груди, поскольку был большой риск повредить позвоночник и ребра. Однако она по сей день не может спать на спине, потому что такой большой вес сильно сжимает грудную клетку, что может привести к остановке дыхания. Тай Нгок. В это сложно поверить, но он не ложился спать уже около 4 десятков лет. Начались эти феноменальные осложнения в виде бессонницы после простого гриппа. Врачи, которые его обследовали, не нашли никаких отклонений в его организме.